Да, что-то посадочка сегодня жестковата. Вот это приземление. Йо-йо. И где это мы? Надо оглядеться. Крох! За борт! Ура! Ура! Обосраться! Может, я буду вашим третьим, чуваки? Навстречу приключениям, ребятки, мы с вами идем и продолжаем. Потому что... Эй-эй! Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий. Это канал Куплинов Плей. И как вы видите, игра под названием «Конструктор игр». То есть это не просто игра, это, блядь, развивающая игра под названием «Конструктор игр» Симсала Грим. У нас два друга. Один какой-то непонятный ящер полосатый в шляпе, в охуенной, хочу заметить, шляпе, наверное, у кого-то своровал, и какой-то петрушка, блядь, синий, похожий на какого-то волка из диснеевских мультфильмов, который постоянно бегал за какой-то птичкой. Не знаю, я посмотрел сначала опции, естественно, потому что здесь... А здесь ничего нет, здесь только громкость музыки, громкость звуков. Ну окей, давайте нажмем новую игру и посмотрим, что нас ждет. Ух ты ж, блядь. Ух ты ж, ёптыш, ты пос... А что делать-то? Так, мы можем... А, мы уже начинаем конструировать, смотрите-ка. Окей. У нас конь превращается в человека, это вот здесь. Паутинка превращается в цветочек. Это будет репейник, это вылезет из сраной колючка сова. Сова, смотри, блядь, следит за нами, ёбаный сова. Какой-то сосиска под протухшим кетчупом, судя по всему. Охуенно почищенный апельсин. Я не знаю, это искусство, наверное, чистить апельсины, я просто не понимаю. Торт, ёбаный его в рот. Так, какой-то кровавый шип и баба с отрубленной рукой. Я так понимаю, давайте вот это выберем. Окей, давай. А, это они меняются. Поехали. Поехали. Как нажать мне? Окей, давай. Ага. И что нам здесь сделать надо? А хуль музыка какая тревожная. Мне это не нравится нихера. Так, яблоко. Окей. На, держи. Как тебе? Заебись протез. Мне кажется, просто охуенно. Капкан. Колодец, естественно, колодец. Там потом будет с какой-нибудь Ваниш играть, нахуй. А чё ты не хочешь туда? А давайте запустим. Вот этот пойдет. Окей, иди, ты мне меньше нравишься. И хуль ты стоишь? А, я сам за него управляю. Нихера себе, игра какая развивающая. Просто творчество, я ебал. Ага. Ты куда? А, ну, в принципе, я же сам тебя подставил, почему нет? Прыгивай. Да прыгай ты, сука, прыгай, ты умеешь? Нет, сегодня... Я не успеваю даже что сделать. Ты проиграл, попробуем еще раз. Нет. Так, окей, а что нам надо сделать-то? Нам надо добраться до конца, я так понял. А зачем тогда ставить эти ебаные препятствия? Убери его нахуй. Как убрать это странное препятствие? Я не знаю, как его убрать. А, давайте жвачку еще повесим сюда, я не знаю. Вот а, это... А где жова-то? Жова-то... А, вот она... Охуенная у тебя шапка, мать. В рот тебя ебать. Так, во, паук. Паук это заебись. Куда его повесить? Бля, так не видно ничего. Это, наверное, брошка ей будет просто. Брошка ей охуенная будет. Или нет? А, это паук. Паук сожрал каменной бабе руку. Это охуенно. Так, эти звезды. Так, на, держи денежки. Это тебе, паук, заслужил. Или нет? Я не знаю, кого это поставить. Блять, что со мной? Это будут охуенные наушники, у нее такие стерео-колонки. Я ебал прямо, она сейчас охуеет у меня от такого звука. Опа, будильник. Это чтобы не проспать, потому что после такой наркомании по-любому придется долго спать. Пусть будет здесь. Так, замок. А, окей, это игры. Это не то. А, что еще нам поставить? Ебать! Да какая-то убитая жаба, бля. Так, паук, если ты упадешь на пьедестал, с тобой ничего не будет. А тебя и позаботился, это хорошо. А, кто еще? А, какой-то гоблин. А, где он? Давай поставим вот сюда вот. Не, давай его сразу в колодец ебанем. Я просто жестокий, отвечаю. Ух ты ж, блядь, а вот как уровень-то мотать, ты посмотри. Какая-то шапка Аладдин. Воу, воу, нет, и чё, у меня вся картина смазалась, ебаный же в рот. Сука. Такая четкая картина была. Баба в шапке и с наушниками, который паук откусил руку. Во! Нормально. Так, ну давайте попробуем. Поехали. А теперь ты пойдешь, ты попизжи. И что это значит нам? Опа! Денежки спиздил, все спиздил, нормально. Ты че, паук? Пацан, ты должен в колодец провалиться. Пошел ты нахер. Так, а мне паук теперь не дает пройти. Что за херня-то? На, нихуя себе! На, блядь! Ну-ка, сейчас мы втащим паучку-поебальничку.
Да втащи ты уже пауку-то, ебаный в рот. Давай подальше втащим. Он не хочет в полете тащить пауку, представляешь? Слабак ебаный. Так, ладно, окей. Ну, проигрывай давай. Есть, блядь, я кому-то засветил. Сгори в аду, проститутка. Ва-ва-ва, быстрей, книжка летит, это здоровье. ХПшечка, бери ее. На, она обсыпала тебя волшебным наркотическим порошком. Теперь он счастливый, ну, естественно, ему стало заебись. Бля, как паука-то утащить? Так не пойдет, да? Так меня паук заметит. Тихо, как будто меня здесь нет. Тихо, ребятки, тихо. Меня здесь не было. На! Сука, ебаная паучье, ты сдохнешь, там нет. Я что-то зря себе наставил этих колонн, они через них не перепрыгивают. И пауку. Воу-воу-воу, мать, что-то тебя затужило, короче. Походу, ты вчера перебал. То ли я перебал, то ли он уже тоже. А я не знаю, как закончить эту игру. Давай я умру быстренько, и нам разрешат убрать отсюда нахуй эту колонну. Мы поставим ее за персонажа, и тогда все будет заебись. Да, ты проиграл. Нет, не хочу пробовать. Так, колонну. Куда поставить колонну ебаную? Мне как-то можно заделитить? Как это сказать? Во, стирка нахуй. Удалить. Да, конечно, мне это мешает. Так, паук, ты сиди пока. Ты ебаный гоблин, ты у меня должен вообще быть, короче, на подставе, ты должен драться. Ты должен драться с привидением. Оно как раз смотрит в твою сторону. Ебать, Тореро, смотри, сюда еще быка не хватает. Он сейчас будет за быками ухаживать. Не, вот так нормально. Какой-то он ублюдский, горбатый, длинный человек. Прям совсем мне это не нравится. Ладно, давайте так попробуем. Давай теперь ты пойдешь. Того мы уже помучили. Бля, он улетает. Тихо. Я понял. А, вон оно что. Тихо-тихо, я тебя ща, блядь, на, поебалососом. Отлично. Сгорим в аду, мудак. Собираем монетки, собираем жвачку, собираем все. Нихера себе, он залупился наверх. Ты посмотри, какой он высокий. Хорош, так. А теперь главное перепрыгнуть. Почему так медленно все происходит, мне интересно. Видюха не тянет игру, ты представляешь? До свидания, нахуй. Надо было колодец тоже убирать. Да ты дебил, что ли? Встань, ты уже нормально-то, нет? Блять, он даже не вылазит оттуда. Нет, не хочу, давайте уберем. Так, ты, чувак, здесь стой, а ты здесь летай. А тебя мы, короче, убираем. Мы даже дойдем до конца, по-любому, правильно, поехали. Похуй за кого. Давай, вперед. Сука. Пошел нахуй, на! А он кидается чем-то, на! Бля, я промахнулся. Тихо, призрак идет, быстрее, быстрее. Нет. Ты, ебаный вентиль, отвали от меня. Я сейчас сантехника вызову, он твоего торнадо быстро уработает. Вставай. Так, на нахуй кому-нибудь там. Да почему ты не убиваешься? Сдохни нахуй. Что за прикол, я не понимаю. Ты, пизда в наушниках, почему ты мне не помогаешь? Так нечестно вообще. Все, давай, поехали, волшебная пыль меня оживила. Я молодец. Бля, призрак. Да ты, сука, сдохнешь сегодня, нет. Нет, говорит, не сдохну нихуя. Ах ты, падла, на тогда тебе. Я просто так пройду, мне похуй. Поехали. Во, вот так будет гораздо проще. Вот заебись, вот это по-нашему. Все сожрал нахуй. Та-ра-ра-ра, я не знаю, почему тебя так тормозит. Но все происходит очень медленно. Это наверняка от паука, он все ресурсы сжирает мои процессоры. И, короче, от него все тормозит. Нет, не от него, ты представляешь, паук пропал из экрана, короче, и все равно ничего не происходит. А какой прикол в этой игре? Создавать самому себе проблемы, а потом из них успешно выживать? А, ну точно, смотри, из-за паука, теперь все нормально. Хотя, наверное, по логике паука надо было сделать здесь, я так понял. Ну и ничего, мы с вами нелогичные люди, зачем нам следовать какой-то логике, тем более в детской игре. Мы сами все построили охуенную игру. Симулятор хождения, почему нет? Ты вот хоть раз играл в симулятор хождения? Ну, я не считаю раз-то, где, блядь, симулятор бегания какой-то происходит. Мы просто идем. Мы идем, и все. На нахуй. Можем кинуть ее яйцо, походу, свое, блядь. Чувак, сколько у тебя яиц, блядь? Суки, смотри, я думал, они порвали российский флаг. Смотри, какие пидорасы. Серьезно, прямо. Так, это звоночек. Это мы сообщим, куда надо. Эту игру еще при Брежневе делали, он даст всем просраться. Сталину позвоним туда, блядь. Или где он там, я хуй знаю, в каком из поднебесья он находится. Но мы его вызовем. Мы вызовем его, мы вам покажем, блядь, ебаный создатель, как рвать на британский флаг, российский флаг. Нихуя сказал. Ну нормально, ладно, давай. Когда мы уже даем до конца? Еще маленько, совсем чуть-чуть осталось. Тихо. Вот так вот, тихоря. Все, я выиграл. Красавчик, имя. Вымя, ёпта, нормально, подойдет так тебе имя? Имя, вымя, блядь, нормально. Ха, рифмую прям, пиздец.
Давай следующий уровень мне. Выйти в главное меню. Не, не хочу. Следующий уровень. Так, корабль какой-то. Хорошо. Корабль, какой-то рынок, блядь. Цветочек. Рыцарь. А я хочу коняшку. Давайте поиграем в коняшку. Посмотрим, что нас ждет в этой коняшке. А здесь, в принципе, то же самое, да, насколько я понимаю? Какие-то книжки, хуишки, шляпа для коня новая, бля. Шапка Аладдина. Так, а... Во! Это будет детская загадка. А где писи у коня? Дети, давайте найдем ее вместе. И здесь приходит ваш следопыт и говорит, ну давайте, давайте найдем у коня писю. А где у коня скрывается пися, кричит Маша следопыт по 100 раз. И потом дети находят, и они говорят, что Маша, ну сколько тебе лет? Ну ёб твою мать, ёбаный свет. Где у коня пися? Какая пися? Вы о чем? Нет у коня никакого писи. Коня пися у меня в ногах, говорит нам какое-то непонятное животное. Это какой-то непонятный волк, летающий демон, блять. Что это за игра? Я хую знает вообще. Я не представляю вообще смысл этой игры. Снежинка, нахуй. На, чувак, будешь у меня снегурочкой. Вот, заебись. Дед Мороз, пися, коня и снегурочка. Нормально вообще сосредоточение просто жести и зла в этой игре. Это ад, блядь, какой-то. Мы попали с вами в ад. Просто здесь вместо котлов фонтан. Но наверняка там вода тоже кипяток огненный, пиздец. Это что-то за растение. Где оно? На три мы сделаем из тебя павлин, у тебя будет охуенный хвост. Не, он не хочет делаться павлином, он не хочет иметь пиздатый хвост, ты понимаешь, нет? Давайте повесим коню, чтобы у его писю было легче найти, как бы она же немножечко вытянет. Наверное, я не уверен, как бы, но, блядь, мало ли чего. Закрыли тему писи и коня. Возьмем жвачку и посадим эту. Ёбаный Наполеон, тебе не идет она. И тебе не идет, да? Во, он прям... Это конь-официант. Здравствуйте, молодые люди. Пожеванную резинку заказывали, я принес. Да, кстати, помогите Маше следопыту найти мою писю. Вот такая какая-то миниатюра конь в столовой называется. А потом его съедят. Я не знаю почему, но его просто возьмут и съедят. И останется, короче, просто вот такая вот хуйня. Так, а он не хочет почему-то. Почему? Дай мой черепок. Это украшение, так сказать, изюминка. Вишенка, блядь, на данном торте будет. Я ебаю, нахуй. Что происходит вообще, а? Ну как так можно, серьезно? Это шапка, то ли, я не понимаю, то ли шапка, то ли подушка, то ли какая-то хуйня. Корона, монетка, блядь. Чувак, те наушники не пойдут. Даже снеговика здесь нормального не построишь. Хер его знает почему, но я не знаю. Ладно, ребятушки, давайте на этом мы закончим с этой игрой. Возможно, если вам сильно понравится, то мы еще другие, короче, посмотрим эти, так сказать, картиночки, уровни, еще что-нибудь придумываем. И я надеюсь, поржем. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, лайки ставьте, если вам понравилось, заказывайте жвачку. Только не в конном ресторане, потому что конь весьма неживой, он сдох, у него он уже, блядь, из головы какие-то волосы торчат, он протух. Все, ребятушки, всем пока, до встречи в следующих сериях. Да. Нихуя тебе!